Рассмотрим снова эту бледную голубую точку, о которой мы говорили. Представьте, что вы внимательно на нее смотрите. Представьте, что вы смотрите на нее сколь угодно долго. И затем попытайтесь убедить себя, что Господь создал всю Вселенную для одного из примерно 10 миллионов видов жизни, населяющих эту пылинку. Пойдем еще дальше. Представьте, что все было создано лишь для единственной тени этого вида, или пола, или этнической, или религиозной группы. Мы можем увидеть здесь изъян при определенных обстоятельствах серьезный в нашей способности познавать мир. Что характерно, мы обречены проецировать нашу природу на природу. Человек в его высокомерии считает себя великим произведением, достойным находиться среди богов, писал Дарвин в своем блокноте. Более скромно, и я думаю правильно, считать его произошедшим от животных. Мы — зеленые новички, мы живем на задворках космоса, мы появились из микробов и грязи, наши сородичи — обезьяны, мы не совсем контролируем наши мысли и чувства, и сверх того, мы разрушаем нашу планету и становимся опасны для самих себя. И вот ловушка разверзлась у нас под ногами, и мы падаем в бездонную глубину. Если мы не можем скоротать эту бесконечную ночь без нескольких мифов и ритуалов, кто откажется посочувствовать и понять нас? Мы стремимся быть здесь не зря, даже несмотря на большой самообман, ничто не очевидно. И тогда важность нашей жизни и нашей хрупкой планеты определяется лишь нашей собственной мудростью и мужеством. Мы — хранители смысла жизни. Нам нужен Отец, который бы заботился о нас, прощал бы нам наши оплошности, спасал бы от наших детских ошибок. Но знание предпочтительнее невежества. Куда лучше принять горькую правду, чем обнадеживающую сказку. Современная наука — это путешествие в неизведанное, где на каждом шагу нас ждут уроки смирения. Интуиция и здравый смысл могут ошибаться. Наши предпочтения вообще не считаются. Мы не живем в привилегированной точке отсчета. И если мы стремимся к особому предназначению, давайте найдем себе достойную цель.